Айка. Учится на категорию Е. Заезжает задним ходом в гараж. Зай, надо было шапку надеть. Надо было. Давай свою дам. Заболеешь. Не мешать? Смотрите, как профессионально все происходит. Это вам не кукры-мукры. Красавица за рулем. Попытка номер два. Первая попытка неудачная. Друзья, как я только взял камеру, у Вики не получается. Так она первый раз нормально заехала. Только я камеру убираю, у Зайки все получается. Переживает немножко маленькая. Ха. Котик. Ку-ку. Думает, блядь, не мешает мне. Задолбался своей камерой. Так. Нормально получается. Я думаю, все должно сдаваться с первого раза. Зайка поехала на второй элемент, это эстакада, сейчас будет заезжать эстакаду. Эстакаду будет заезжать первый раз. Она еще эстакаду не заезжала, гараж уже ходила на занятия. Это уже, наверное, либо третье, либо четвертое занятие. Сейчас будет первый раз эстакада. Ручничок, передачу не выключаем. Опа, не получилось. Ну, ничего страшного. Со второго раза получилось. Все получается вообще без проблем. Только первый раз заглохло. Уже, наверное, пятый раз заезжает.
Я думаю, ей уже достаточно эстакады. Все получается как у профессионала. Эстакада получается идеально. Приехали обратно гараж тренировать. Гаражик можно еще немножко потренировать. Ну, неплохо получается, неплохо. Из пяти где-то на четверочку получается заезжать в нее гараж. А вот эстакада на пятерочку. На 5 из 5, только первый раз заглохло. Но это допустимо, так как она первый раз. Собственно, из кабины пилота мы снимаем сейчас. Зайчик заезжает. Надо шапочку надевать, котик. Голову высовывает. Получается у нее там. Все получается, все как надо, все как положено. Умничка. Ну что, заехали? Заехали. Сейчас столбики передние. Надо тебе, котик, один маленький советик дать. Какой? Сильно руль крутишь. Ой, еще один. Мне тут тоже самый инструктор сказал, что я сильно его кручу. Что надо минимально, я его... Надо просто тихонечко и подлавливать прицеп, понимаешь? Не надо вот так на полоборота. Давай сейчас попробуешь минимально. Просто ловить прицеп. Небольшим таким движением его. Впрочем, первый раз, когда я села, заехала вообще без проблем. Пока вы не смотрели никто. Я уже это сказал, не переживай. Что когда... Когда камеру включил, стало не получаться. Волнение появилось? Конечно. Смотри вот так, чисто наперед смотри. Ты, ну, должна видеть, что он уходит там левее. И в сторону залома так чуть-чуть совсем, чуть-чуть. И вот постоянно так поддавай, чуть-чуть, чуть-чуть. Сильно резко не крути. Чуть-чуть. На самом деле, я, если честно, рад, что ты вот так ездишь. Как? Ну, то есть нормально. Как да, бы. Ты можешь сказать, что я сдам? Ну, я думаю, да, процентов 98, что ты сдашь. С первого раза. Зайка, ты мне заградился, я кала. На полуприцепе, конечно, немножко придется по-новому учиться, но смысл практически один и тот же. Проблем не возникнет. Вот давай немножко поясним. Ты уже учишься на категорию Е для моей аудитории. Расскажи немножко про категорию С. Как тебе далось обучение, сдача, вообще твои впечатления, эмоции? Как на С все происходило? Я думала, что это сложно. Вот сейчас понимаю, что это не так сложно. На С я тоже тут училась, только на мате, миленьком. Ага. Вот, сдала с первого раза. Нормально было обучение. Конечно, было бы полегче, чем тут. Я сказала, что самая легкая категория — это С, если ты уже, у тебя есть В. Самое тяжелое — это В и Е, потому что В первый раз за рулем, а Е, потому что тут прицеп сам по себе живет своей жизнью. Ну, в целом, ты вот сколько у тебя, где-то 4 уже занятия было или 3, да? На тут? Да, на Е. 4, да. Ну, на сегодняшний день ты себя уже чувствуешь так уверенно, да? Да, уже легче намного, чем было. Понял. Как тебе вообще нравится ездить на большой грузовой машине? Больно. Ты могла предположить, что у тебя жизнь повернется, что ты будешь управлять нет, такой конечно. Машиной? Нет, конечно. Нет? Еще и такой бандуринный, который живет своей жизнью. Понятненько. Ну, давай пробовать. Давай. Опять заехали, видишь? Какая я молодец. Ты тогда просто меня отвлекал. Первый раз я заехала, а потом ты начал с своей камерой ходить. И начал меня отвлекать. Я сбилась.
Все, я во всем виноват. Да. Плохая энергетика. Дурное влияние. Ты, ладно, ну, сейчас рядом сидишь, хорошо уже. Но ты привыкнешь. Я, вот здесь вот находятся пониженные и повышенные, я узнала. Я, кстати, на повышенных ехала туда, а потом там ехала вообще на третью. Он мне похвалил, сказал, что у мужиков даже не получается с первой на вторую переключаться, а у меня так быстро все четко. Говорит, все путают вторую и четвертую, а ты, говорит, так хорошо. Ну вот. На эстакаду ты первый раз была на эстакаде, да? Только один раз заглохла, это первый раз. Это самый первый раз, но я попробовала. А так, в принципе, вообще без проблем все получилось. Да, так хотя бы, ну, понятно все, в принципе. Как и на обычный грузовой. Но. Еще останется ей прокатиться по городу, чтобы, ну, переключать передачи немножко. На поворотах, на заломах попробовать радиус побольше брать, в общем, вписываться в на небольших перекрестках. Это очень важно на самом деле, потому что я знаю, что многие автошколы не выезжают на город, и это на самом деле неправильно. Ну, здесь инструктор сказал, что она поедет на город по-любому, прокатится, попробует, и это очень круто. Ты рада? Да. Все получается, все хорошо. Идет. Скоро сдача в ГАИ. Да, очень скоро. Вот такие вот дела, друзья. Но сейчас у нас еще кое-что будет. Это что, Зайка? Это экзамен по АДР. Да. Зайка еще учится на АДР. Точнее, уже отучилась. И сегодня у нее сдача. Сегодня узнаем. Получу я свидетельство или нет? Зашли с котиком чайку попить перед экзаменом. Зайка немножко переживает. Сейчас она расслабится. Ну, потерпи, потерпи. Я после экзамена тебя расслаблю. Все, котик уходит. Давай. Ни пуха, ни пера. Бусю. Да. Чё, боишься? Не бойся, мой котик, все будет хорошо. Я люблю. Мне страшно. Давай, котик, у тачки. Я не могу, мне страшно. Сдала? Конечно. Сдала? Да. Молодец. Что? В протоколе расписаться ждать надо. Все, расслабилась? Да, одну ошибку сделала. Молодец. Вика сдала! Йоу-йоу-йоу! Да. Все, едем бухать. Замачивай. Ты не пьешь. Ну, чай будем пить. Да, такой вкусненький в Палермо. Все, друзья. Да. Зайка, котик, вертолетик сдала на опасные грузы. Скоро сдача на категорию Е. Ну вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим пальчик вверх. Обязательно комментарии такой симпатичной, красивой девушки. Как поддержка, это будет очень и очень приятно. Напишите любой комментарий абсолютно. Она, кстати, когда в моих роликах присутствует, она читает комментарии и очень сильно на них реагирует. Если будут милые, позитивные, классные комментарии, у нее будет вот такая улыбка до ушей, как сейчас. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, напишите хороший, добрый комментарий. Все, всем пока, друзья, до новых встреч.